наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилели у нас. Всем привет, продолжаем проходить Call of Duty at War. 16 сентября 44 года, утес Пилилил, рядовой Миллер, 1-я дивизия морской пехоты. Перебросить подкрепление, а кончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. Тут все, тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорны эти ублюдки. Ложись! Они налетят сразу! Все, покатались. Японская пехота! Здесь упавшее дерево! Уничтожить нас! Они подтягивают артиллерию с северо-востока! Нам надо вытянуться и перебить их! Нам дали дробовик. Лови обратно. Блин. Ну этот дробовик, блин, он для близких встреч с японцами. Какая другой. Ой, блин. Ай, почему ты кончилась-то именно вот когда? Ой, дерево. Там их дохрена, поэтому давай туда гранат накидаем. А вот в кого и попадем. А, блин! Где граната-то? Все, исчезло. Так, тут никого нет. Наверху! Сделай ее! Тогда наши танки смогут пройти!
Так, граната. Кто стреляет? Нет, это наш. Это наш был, нет? Чувак, ты наш, я не пойму, не успеваю понимать. Да, это наш чувак. О, гранату где-то взял. Где они? Может, по ним шмальнут? Ой-ой-ой-ой. Что нам делать? Они что-то там вообще не заканчиваются. Надеюсь, хоть куда-то я попал. Вот куда-то попал. Контрольная точка достигнута, значит, попали под. Не подходите ко мне. Зашибись. Откуда она взялась, эта граната? Блин, я все выполнил уже, а. Зашибись.
капец, из-за какой-то шальной гранаты, блин, опять тут вот это все. Нафиг, давай на месте постоим. Пока неплохо, морпехи. Двигайтесь вдоль оврага. Следите за деревьями. Держись. Так, следовать за огнеметным танком. Пошли за танком. Следите за огнем противника. Держитесь позади танка. Что танк как-то едет? Я вам скажу. Вражин еще полно, он уже вперед куда-то проехал. Штурмовать ход в пещеру. Полонский, сними этого! Слева! Понял вас! Ага! Зачистите эти пещеры! Ой, капец! Ой-ой-ой, граната, блин, убьет сейчас! Нет, не убила. Так, кто-то попадает жестко. Никого нет, это подозрительно.
Что, неужто японцы так делали на самом деле? Типа, бежит со штык-ножом, да? На противника с винтовкой. Не, у них, конечно, были камикадзе, но... Какой-то камикадзе, чего сделает? Так и успеваем перезаряжаться. Все, последняя обойма. Там где-то что? Все, он один там что ли прятался, ну? Ничего, парни, мы победили? О, Райбак. Рядовой сержант Райбак. Это случайно не Стивен Сигал из засады? Он же тоже там был, Райбак. Только Кейси Райбак он был. Мы потеряли множество отважных бойцов, но их жертва не была напрасной. Наши танковые части представляют собой такую стальную силу, которая без труда сокрушит фашистов. О, заслужили приз штурм Пелелиу. Сегодня мы станем свидетелями падения Зиела, а также всех глупцов, что посмеют встать на нашем пути. Так, железом и кровью, вот сейчас мы будем гонять на танках. Управление, конечно, танком сделано на стик, это кто, они испепелились? Нет, фига они не испепелились. А, блин, у него только спереди огнемет. Так, секунду. Реально у него огнемет только спереди, мы крутим-то пушкой. Блин, жесть какая-то что-то. Ай, там танк сзади. Все, отъездились, да? Блин, я тут миссии помню. Такие они себе, короче. Сейчас все под к управлению подпривыкнем.
Кто попадает-то? Вон он, гад. Ай, блин. Попадаю, нет, по тому танку. Да вижу я вражеские танки. Я пристал. О. А, вон оттуда херачат. Я по ним попадаю, нет? О, попал. Наконец-то. Так. Блин, все откуда-то прилетает. Так, вроде этого прикончили. Так, это наш. У меня, кстати, дед в Великую Отечественную войну был танкистом. Он на таком же танке до Берлина дошел. Так, там где-то слева тут. Залп, залп. Так, кажется, мы его прикончили. Вон еще один. Так, прикончили. Так, за углом он едет сюда. Нет, он стоит. Блин, чуваки, вы чё тут встали-то? Дайте я немножко починюсь. А то эти черти только по мне и лупят. Все, хана танку, да? Да, сложная миссия, конечно. Опять заново, да, сейчас все? О, чё чекпоинт-то где-то? Где я полуживой? Резного что-то почти не слышно, что-то он там где-то вдалеке там где-то. На месте стоять как бы не рекомендуется. Но при этом, блин, я не могу и целиться, и ехать еще при этом.
Ах ты, прилетело. О, отлично, попали, блин. Ушмаляй. А, вот этот с вышки херачил, козел. Так, подожди. А ну мы, правда, проверяли уже в прошлой серии. А вот громкость звука. Музыку потише. Эффекты чуть потише. Я вообще не слышу этого. Так, откуда опять снаряд прилетел? Оттуда, нет? Да, оттуда, походу. Так, готов. Еще одну фигню разломали. Прямое попадание. Ой, я, кстати, теперь типа его хоть слышу более-менее. Так, это наш, не наш танк. Так, это наш, по-моему, Т-34, да. Так, это... Уничтожить радиовышку. Вот эту? Тут где-то кто-то. Он живой, что ли? Там я не вижу, где, вот в том здании, наверное. Да, оттуда летает. Так, разнесли. Ой, блин. Куда вправо? Подожди, там слева, там где-то, вон он. Все.
Да подожди, тут по мне шмаляют со всех сторон. С этими разобраться. Все, еду. Хорошо, танк чинится. В реальности, конечно, такого не было. Езжай, говорит, в башню. Тут вон капец какой-то творится. Так, давай разочек еще шмальнем и вниз. Сейчас подожди, вниз. Сейчас подлечится наш танк. О! Тут кто? Там они или где, я не пойму. Да, там. Там я вообще не вижу, кто шмаляет. Так, там где-то. Так, задание выполнено, новое задание. Да вижу я их, я стреляю по ним, подожди, мы сейчас тут сверху тут всех повыносим. Удобная позиция. Ох, прилетело.
Так, один разнесли. Вон он, второй танк, который на карте был. Или это не он? Вон он, вот он ближе гораздо. Так, нам, наверное, туда лучше въехать, да? Так, у него перед туда, где дуло смотрит, да? Так, задание выполнено. Судьба улыбается нам. Я убил. Когда мы дойдем до Берлина, немцы узнают, что за зверя они разбудили. Среди пуль, крови и смерти я узнал, что мой старый друг еще жив. Дмитрий Петренко. Я видел, как этот человек раз за разом обманывал смерть во время осады Сталинграда. И пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Мы все гордимся им. Красная армия захватила Зиеловские высоты. Путь к Берлину открыт. Каждым днем все глубже мы прорубаемся на территорию врага. С каждым днем их страх и отчаяние усиливаются. Когда мы дойдем до Берлина, им уже негде будет спрятаться. Так, дальше у нас, по-моему, опять на танке, нет? По-моему, опять на танке будем ездить. Стальное кольцо, 23 апреля 45 года, Панков, Германия, рядовой Петренко, 3-я ударная армия. День рождения фюрера! Катюши разгромят Берлин! Уничтожат его! Да нет, пешком пока. И вы пулями, штыками, голыми руками то же самое сделаете с их солдатами! В атаку! Вперед! Идите за танками! Используйте их в качестве прикрытия! Прямо! Они продолжают идти! Крысы повсюду! Очистим все здания! Они на верхнем этаже! Ой, блин, хорошее начало тут. Ой, граната. Граната! Ой,
Я чё, ниже брал, да? Да чёртовы гранаты заколебали. А, сверху он, козёл. Всех поснимали, да? Разобрался, да, еще пока? Да что я по тени попадаю, это гибрид колотить. Ой, блин. Че это, че за фигня, я по нему не попадаю. Так, где-то тут уже был. Или это он есть? Так, разобрались, да, с панцирами? Чё где-то? Вперёд, товарищи! Сюда, в здание! Приведите санитару, живо! Не останавливайтесь! Наверх! Сержант, здесь есть выжившие! Эти звери беспощадно терзали нашу родину! Им пощады не будет! Шевелитесь, свиньи! Повернитесь к нам лицом, трусы! Найн! Питер! Викей Монс! Питер! Питер! Их питанцы! Таких фашистов. Тут ты, блин! Не первый раз, кстати, так со мной. Первый колдели, во второй по мне танк проезжал. Шевелитесь, свиньи!
Повернитесь к нам лицом, трусы! Найн! Питер! Дикий Мунс! Питер! Питер! Их питерцы! Я вот откуда знал, что он сюда поедет? А, с помощью грубой силы, Чернов! Грубой силы! Так, он один хоть? Вперед! Повелитесь! Ну и сколько? Ой, сколько вас там? Лови гранаты все! Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, твой рюкзак, чувак! Так, тут некуда, да? Никак не пройти? Так, куда это я забрался? Лови обратно. Этот автоприцел, блин, куда вот он? Вот чувак был. Ты не добился, что ли? Ох ты, гад там стоит, а смотри, чуть не спалили. Так, а кто это делает? А вон они. Так, пулемет, да, по нам попадает. Надо как-то с пулеметчиком разобраться. А как с ним разобраться? Вы попали, да? Походу попали. Фига, не попали. Или там новый пришел. Здесь отовсюду несет ужасом и безумием. Только безумцы могут надеяться нас победить. Вперед! Продолжайте убивать! Да! Пойди! Сюда! Наверх! Дмитрий! Хватай дробовик! Будем сражаться на короткой дистанции! Вот сюда! Подожди, а где дробовик? Хватай, блин, дробовик. А где дробовик-то? Там наверху что? Что-нибудь слышите? Нет. Это-то и подозрительно. Всем быть на чеку.
чем у мистера Наруто. Да блин, так это я там опять в какую-то стену. Ку-ку, ёпты. Кто опять гранату бросит? Нет, нет. Так, ну все, вроде. Возьми, говорит, дробовик на ближней дистанции, говорит, будем воевать. Нифига себе ближняя дистанция, не аж лонгер. Козел, а? А, вон вылез. Ты откуда вылез, а? Скотина ты эдакая. Дмитрий, разберись с пулеметом. Используй их для оружия. Блин. Пулеметчик, по-моему, самый верхний, да, на чердаке, который... Вот чё вот меня там валит постоянно? Да я уже прихожу сюда раненый. Там, на крыше! Капец. Этого с панцером надо было прикончить. Дмитрий, нейтрализуй его!
Куда ты к пулемету бежишь? Не добежал, да? Много их там еще. Лови гранату. Лови фашист гранату. Сегодня эта фраза как никогда актуальна в этой игре. Так вот вам, не ожидали, да, меня тут убить? Все, они от танков уже вроде как отступают. Подожди, вот это хотел сделать. Во. Че нам пехота-то? У нас же танк. Че он, шмальни по ним, да и все, два танка. Надо всем об этом рассказать. Жители Берлина, стальное кольцо сужается вокруг вашего города. Мы сокрушим каждого, кто посмеет сопротивляться бойцам Красной Армии. Сложите оружие, выходите на улицу, вас никто не спасет. Ура! Вроде прошли. Мы стиснули черное сердце Берлина стальной хваткой. Фюрер приказал защищать город до последней капли крови. Старикам, подросткам, раненым. Что ж, если они хотят постоять за Германию, они умрут за Германию. Я думаю, Гитлер сейчас... Комнату за комнатой очистим город от крыс. Гитлер сейчас в аду, в котле варится, по-любому. Так, ну ладно, мы на этом закончим эту серию. Продолжим следующий. Всем пока. Заходите в гости. Берегите себя. И пока-пока.